Всем привет! С вами снова я, Изольда. Нет! Всем привет! С вами снова я, Федя. А Изольда моя помощница. Да! Сегодня я снимаю видео со своей новой подругой, Изольдой. Да! Федя, а какое видео мы будем снимать? Сегодня мы вам покажем два наивкуснейших и простых рецепта сырников и ленивых вареников. По рецепту моей пра-пра-пра-пра-пра-пра-мухи бабушки? Да? Да. Сейчас я вам их и покажу. Ну давай посмотрим. А вот как раз-таки книжечка. Ну блин, Федя, давай все-таки приготовим мою любимую помоечку. Стоп, стоп, стоп! Какая помойка? Ну какая, какая? Наивкуснейшая помойка! Я такую люблю! Нет, помойку мы готовить не будем, а будем готовить сырники и вареники. Тогда поехали! Итак, для рецепта ленивых вареников нам понадобится мука пшеничная, хлебопекарная, одно яйцо, творог, ситечко, мисочка, а также сахар. Вот подробный рецепт. В миску кладем творог, яйцо, а также сахар. Далее все это тщательно перемешиваем. Добавляем просеянную муку через ситечко и перемешиваем еще тщательнее. Выкладываем все это на досочку, предварительно смазанной мукой. Катаем вот такие вот сосисочки, а дальше режем. Вот как раз вот так вот у меня получилось нарезать. Смотрите. Ставим воду. Но для этого нужно позвать родителей, потому что они вам помогут. И бросаем наши ленивые варенички в кипящую воду. Для рецепта сырников нам понадобится все то же самое, только в других пропорциях. Мука пшеничная, 250 грамм творога, яйцо, мисочка, сахар и ситечко. Вот подробный рецепт. Далее выполняем все то же самое. Творог, яйцо с сахаром перемешиваем. Добавляем муку просеянную через ситечко. Тщательно перемешиваем еще раз. Выкладываем все это на досочку и формируем вот такие вот маленькие сырнички. До следующего шага зовем родителей, выкладываем все это на сковородку, смазанную маслом. Вот такая вот красотища и вкуснотища у нас получилась. Какая вкуснятина! А запах какой вкусный! Я даже не знаю, что и вкуснее, сырники или ленивые вареники. Ребята, присылайте нам ваши рецепты, а мы постараемся их повторить. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всем пока-пока!